Нелепо ли наибашит, братья, начать и старыми словесы трудных повестен о полку Игореве, Игоре Святославлича? Алексей Михайлович Домнин. Поэт, прозаик, переводчик. Окончив филологический факультет Пермского университета, Домнин целиком ушел в литературу. Несколько поэтических сборников, повесть «Русь изначальная», поэтическое приложение слова о полку Игореве пронизаны любовью к России и ее истории. Отец Алексея, Михаил Константинович, весьма любознательный человек. Будучи солдатом Первой мировой, уже тогда в окопных буднях задумался о былых походах князя Игоря, о глубинном смысле слова о полку Игореве, о его авторе. Ответы на многие вопросы этого произведения он искал всю свою жизнь, в том числе и в годы Великой Отечественной, когда работал на Мотовилихинском пушечном заводе. Он ушел из жизни, ушел, так и не найдя ответа на мучившие его вопросы. Деревушка Вильва. Места эти, как говорится, дикие, а вот Алексею Михайловичу они приглянулись. Вспоминает жена Домнина, Тамара Сергеевна. Ну вот, с тех пор он туда постоянно ездил, и я меня таскал туда. Вот, и даже осенью, зимой жил там. Ну, сам ставил окна, сам он все. Крышу починил там с другом. Сам сложил печку, правда, кривоватую, но ничего, греет до сих пор, топится. Сюда наезжал Домнин многие годы. Бродил по лесам, любовался природой, собирал коренья, делал зарисовки, писал стихи. Самый напряженный был это со сборником «Заклинание огня». Его не хотели издавать. Там у него есть стихотворение. Ой, столько ему принесло это горе. Все утверждали, что некоторые, что это призыв к бунту, что это нельзя. Ну, Леша очень, конечно, переживал. Но я видела, он не говорил, но я видела, что плохо ему, здорово плохо. Тогда он и заболел, собственно говоря, в это время. Страшно. Но работу он не бросал.
он спешил закончить поэтическое переложение слова о полку Игореве. Он ведь и диплом в университете писал на тему о слове о полку Игореве. Вот и стал сам заниматься, и так втайне от деда не говорил ему, что сам словом занимается и что-то пишет. Все мечтал, когда готово у него что-то будет, сделаю, тогда ему покажу. Но как непросто было найти точные слова, соединяющие век 11 и 20. Слово о полку Игореве, древнерусский текст и переложение. Текст источника. Не буря сокола занеси, через ополя широкая, галятся стады бежать к дому великому. Домнин переводит. То не злые бури занесли соколов неведомые дали. Нет, не точно. То не тучи соколов усталых занесли в неведомые дали. Нет, не так. То не злые вихри занесли соколов в неведомые дали. Вот что верно. То не злые вихри занесли соколов в неведомые дали, то не галки жадными стадами на добычу к дому потекли. Этот шестой, последний вариант, вошел в книгу. Алексей Домнин. Поэтическое переложение. Слава Игорю Святославовичу, бунтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу, здравие князи и дружина, поборая за христианы на поганые плеки. Князем слава и дружине. Аминь. Читатель мой, запутавшись в обилии имен, быть может, ты с трудом осилил слово. Давай с тобой на миг вернемся снова к его Творцу. Помыслим, кто же он? Кто он, читатель, ты себя спроси, закрыв сегодня горестную повесть. Нет, никогда не грех проверить совесть по горькой и большой судьбе Руси. Жил Алексей Домнин немногим более полувека. Он жил тихо и скромно, чурался публичных выступлений, никогда не читал своих стихов на людях. Мы нашли лишь одну небольшую любительскую пленку с несколькими стихами, прочитанными Домниным. Вот одно из них. Сентябрь одет в печали чистоту, и каждый кустик издали заметен. Кленовый лист цепляется за ветер и догорает искрой на лету. А у костра над хмурой водой табун мальчишек сбился на откосе. Им хорошо, что им чужая осень, совсем еще не пытанным бедой.
Но грянет звездный час для поколения. Для них, которым море по колено, настанет срок свою судьбу писать. Так пусть растут упрямо и красивы. Ты приласкай сынов своих, Россия, им завтра в путь, им завтра мир спасать. Ушел человек, а был он нрава веселого, характера легкого, солнечного. Он поклонялся земле и слову, и еще всякому зверью да птахам, деревьям да травам. Thank you.